Мы продолжаем собирать вот этот экосайдер. Я, кажется, понял, как поставить вот этот вот элементик сюда вот. Что нам для этого нужно сделать? Нам надо сначала этот элемент поставить вот на эту сторону. Просто делаем четвертый раз. Два. Три. Четыре. Дальше. Мы просто-напросто берем и вот эту всю сторону ставим вот так вот. Затем мы просто подставляем вот этот вот элемент. Теперь как бы его отсюда поставить вот сюда. Вот такая проблема единственная у нас есть. Но мы можем поставить, поменять этот элемент и этот элемент. Просто прогнав рыбку. Точнее, обратную рыбку. Вот. И как вы видите, у нас это есть. Затем нам надо как-то поставить вот этот вот элемент. А он у нас стоит здесь. Как его отсюда поставить? Так, что мы можем сделать? Вот сюда, как мы его можем поставить? Ну, например, значит, давайте думаем. Да думаем, я сказал. Так, отсюда, сюда, вот там надо как-то его поставить вот на эту сторону. А давайте не будем париться, просто поставим его вот сюда вот. Затем мы просто вот сюда вот. И вот должны поставить вот сюда. Сюда, сюда. Так. Значит, мы должны его как-нибудь отсюда просто-напросто перекинуть. Я предлагаю перекидывать его вот сюда. Чтобы потом вот отсюда его поставить как-нибудь вот сюда. Ну как это сделать? Вот вопрос. Итак, я не знаю, как это сделать, но мы можем попробовать. Тогда, вот что мне нравится? Мне нравится то, что вот его можно поставить будет вот отсюда. А раз вот отсюда, то и вот отсюда. Значит, нам надо как-то поставить его вот сюда. Вот. Ладно, давайте его поставим его обратно. И просто-напросто его вот сюда как-нибудь поставим. И мы видим, что он стоит здесь. Мы можем его поставить вот сюда вот. И тогда мы можем просто сделать такую четверку. И он у нас стоит. Итак, стоят элементы. Нам надо поставить вот эти. Вот это будет сейчас самое сложное, поскольку у нас теперь нету свободы действий такой, как было раньше. Но мы видим вот этот вот элемент. А как его нам поставить? Очень интересно, как нам его поставить. Значит, что я предлагаю сделать? Вот этот вот элемент. Мы можем его поставить вот сюда. Что же он вечно клинит-то, а? И мы можем точно так же поменять три вот этих вот, используя рыбку. Итак.
Только вот рыбку делать тут, походу, очень опасно сейчас будет. Потому что, к сожалению, рыбку тут будет делать очень опасно, на самом деле, потому что мы тогда разрушим то, что у нас уже есть. Ай, как же поставить-то его, а?